Я ненавижу смотреть себя на экране, то есть я не могу. У меня прям аж до дрожи бывает иногда. Единственный проект, который я с удовольствием смотрел, это вот «Мажор». Реально, я его просто включил и такой, типа, так круто, это прям уф. Никита меня заставил посмотреть, типа, посмотри, типа, я говорю, я не хочу смотреть, пожалуйста. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты посмотрел, режиссер. Я начал смотреть, такой, нифига, ты, и вот тут, и ты вообще красавчик прям. Никитка вообще молодец.